have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Я здорово. Отпусти меня. До связи. Я вот с карты выкинул. Как ты так далеко кидаешь? Секреты женьшень. Вуз! Гу! Именно они. Так, подожди, у меня то есть меню есть. По-моему. Я пытаюсь трактором НЛО сбить, погоди. А, я запутался. Дети кукурузы! Нет! Ну это пшеница, ладно. То есть, если правильно... Что за куриная ножка? Почему она здесь? Ладно. Стой! Не советую! Пока. Я с тобой хотел в НЛОшку кинуть. Насколько ты далеко улетел от одного? Так. Музыку можно снова включать. Ты там под Бенни Хилла, что ли, зажигаешь? Ой, да-да-да, я знаю эту фишку. О! Кот прям сразу в коробке. Молодец. Тупоезд. Там вытащите меня из коробки, блин. Меня... Нет! Оба! Чуть не попал. Я к вам на этом же костре и прилечу. Я тут такое нашел. Все выкидываем к черту. Так, тут. Свали от меня. У меня все видео в красном фильтре. Так, тут эти... За мной эти... Курица бегает. Я их сейчас всех вниз скину. Меня выкинули. Че, офигеваете? Я сейчас сожгу. Ой, кто у меня? Ведьма, сжечь ее. Не-не-не-не-не. В моей голове шутка тут немного другая. И более печальная. Да ладно. Но она же красивая. Хорошо, но потом сжечь. Затрагивает, кстати, тот же временной этот самый промежуток, который мы в начале до видоса обговаривали. Так, пойдем. О, о, кстати, я тут кое-что вспомнил. Иди сюда. Нет. Ты куда? Где я? Я чего все это время поджигал и не мог понять, что происходит. Тут бебра. А? Тут бебра. Надо мной издеваться. Куда? Где я? Куда? Где вы? Куда? Где я? Я смогу выбраться, а ты нет. Ты куда полетел? А ну стой! Ладно, поехали. Лох! Нет! Моя бебра! Куда бебру дели? Во, бебра! Зачем тебе? На, нюхни. Привет, пока. Кот! На связи! Так, первый ушел. Вместо первого пошел на связи. Не понял. ЗРК Тунгуска готова к бою. Нет! Полеты, блин, во сне и наяву. Так, я сюда. А вы где? Я улетел. Я пойду на эту, на масляную фабрику сгоняю. У меня вафли. Нет, не-не-не-не! Фу, блин, я думал, я мимо лечу. Какие вафли? Откуда ты взял вафли? Германские. Ты смотри, так можно все провафлить. Да, и второй лонжерон в крыле. А... Ты видишь следующую коробку? Ага. А-а-а, бум. Резкое осознание, да?
про один лонжерон в крыле. Ну да. Зачем ты на кровати-то прилетел? Так надо. Подожди, нас тут лишний. Оставь. А. Снег! А, ну почти, ну смог. Я думал уже за карту выкидывать. Тут снег! Да, снег. Тут снег начался. Не было снега. Я вам говорю. До связи! О! Та... О, паровозик. Чу-чу, стой! Нет! Ты на паровозе? Не, погоди, паровоз сам летает, да-да-да, кстати, его же нельзя... Ну, давайте я вам расскажу секреты Джэньшэнь. Короче, чтобы кинуть далеко, нужно просто схватить и с раскрутки запустить, то есть провернуть себя и запустить. Тут работает физика? Да. Кто тут еще работает? Может, тут еще и трудовик работает? Нет. О, давайте, нет, давайте в чух-чух! Нет, стой, стой, стой! Паровозик! Стой! Я ехать хочу! Держи на меня! Ну я и нафига держу. Вы там остались? Пожалуйста, не кидай меня отсюда. Я тебя держу. Мы друг друга держим. Все, я вас держу. Спасибо. Фух. Все, наша остановочка. Слушайте, а можешь остаться? Лягушка? Лягушка. Ты что, NPC появились? Да. Я ж тебе бебру давал. А, ты про это? Это не NPC, это просто вещи. А, да? Ага. Ой, что? Нифига себе, это что началось? У меня летучая три... жаба! Туда? Чё за наркомания, блин? У меня такой же вопрос, что происходит? Что это? Я понимаю, что это похоже на звезды, но это похоже на те звезды, которые у тебя в глазах после не определенных надо. Событий. Ой, я нашел кота летучего. Это каталити. Вот каталити? Я лечу на жабе. А. Сейчас, подождите, я у чела кровать отожму. Где Масляному острову, где масло создают? Сейчас попробую его найти. Погоди, запрыгну на свою летучую жабу. Масляный остров. Блин, в такой темноте фиг поймешь. Реально, у меня в глазах уже сейчас поребеет. Так, я на Масляном острове, хорошо. Это я, привет. Это собака. Это был я, Дио. Погоди, это собака? Это лев. Не, погоди, это не может быть собака. Это похоже на льва. Оно мяукает. Оно мяукает, да. Я хочу попробовать. Далеко улетел? Не. Да, вот так! Че за звуки удара об тупой предмет, блин? Я в канаве. Я не про твое финансовое положение, я в принципе. Я в канаву кот выкину. Come back later, ATM. О, слушай, тут ATM, тут да, это да, счетчик на ATM-ке работает. Погоди. А что будет? Что, нам бабла дадут? Погоди. А? 60 секунд, через минуту надо вернуться, посмотреть. Не надо, не спускай меня. Так, сорян, чел, но ты лишний тут. Так, от... Фрум, ящики, надо его скинуть. Та, отойди ты от меня же, ты же... О, блин, под паровоз прям меня выкинули. Не, ой. 30 секунд, давайте сейчас посмотрим. Я иду. Чё ты сразу угрожаешь? Нет. Стой! Ну ты, конечно, хороший друг. Ну, да. Вообще. Всё, нафиг этот ящик. Можно летит. Сейчас, подожди. Где? Можешь догадать летит. Желание на падающую звезду? Где? Жди. Вот это вот... А, вот это, да? Судя по звукам, уже не летит. Кстати, вот эти вот длинные палки могут развивать огромные скорости из-за багов. Так, о, иди сюда. Кто, я? Ну, кто-нибудь, подходите, тут это... Сейчас, подожди, я сломался. У меня полетный механизм сдох. Черт, я сейчас сам нажму на кнопку. Я лечу. Я иду. Вот это вот... Держи жабу. Ого. Я иду. Жаба душит? Нет? Я на нубе прилетел. Давай. Он на нубе прилетел. Эксплуатируешь нубов, а? Ну ты прикинь. Тут нам это деньги обещают. Иди сюда.
Плюнь, нуба. О, мясо. Спасибо. Говядина. Деньги. Деньги. Моё. Дайте. Да. Дайте мои деньги. У меня деньги, бабло. И что с ними делать? 700 секунд теперь ждать. Вы офигели. Так, кинем монетку. Не надо! Когда боишься, так и когда его подбирает. Это как ты там звенящей монетой заплатите, да? Чеканной. Чеканной, да. Я же говорю, я не в курсе. Нет! Все будет вместе, будет она очень страшно, поверь. О, я живой. Надо кота в кадаву скинуть. Моя мстя будет ужасной. Опять? Не-не-не-не-не, ты никуда. Почему со стороны это звучит как звук мартышки? Так, кота я утопил, по-моему, успешно. Я тебя утопил. Да, ты меня тоже утопил, поздравляю. Да, так можно гораздо дальше кидать. Согласен. О, а смотри. Кот, у тебя одного теперь не получается. Что именно? Булька. Кидать далеко. У меня музыкальный аппарат. Стой, стой, нет! Ты в канаве. Нет, стой! Я валю отсюда. Моя курица. У меня жизни продолжали уходить. Я вылетел, меня все равно травит. Ну вы чё? Что это? Вот есть еще стратегия, нет, чтобы не встать на какой-нибудь предмет и не вылетать, а тупо утопить чела. Погоди, а тут ящики из разного материала, у них разный вес, наверное же, да? Можно на наковальне летать, как будто это... Нет, я имею в виду по дальности броска. А, ну, не знаю. То есть вес же как-то... Ох ты ж, ё! Чё ко мне... Уйди от меня! Я тактику из Тредан Тип юзаю. Меня выкинули. Вы где, ребята? Да, в канал. Да блин, нет, я... Нет, за карту! О, привет. Я развил слишком большие скорости и улетел за карту. Я настолько, познал этот мир, да, что... Да. Вот, тварь. Он меня скинул в канал. Нет! Так, а что здесь? А почему? А как? А пойдем. Так. Мне интересно просто, что здесь есть выше, чем масляная фабрика. Ну, видимо, ничего. А прикиньте, так, там есть скрытый уровень за облаками. Там есть облака. Возможно. Я хотел сейчас кота сбить. Я на масляной ферме. Стой, стой, стой. У меня музыкальный аппарат. Я не боюсь им воспользоваться. Подождите, у нас тут лягушка летает. А фигли? Да? Как ты там вообще оказался? Я был на высоте Боинга. А ты на лягушке летел? Я просто тебя догнал и схватил лягушку. Кот, 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 кот. Помнишь кот эту музыку? Че, вообще все равно что ли? Да ну мне так не интересно. Нет, не роняйте аппарат. Кыш отсюда. Мы тут музыку... Нет, он улетел на аппарат. А вот мне интересно, я могу прикрепить что-то к этой фигне? Куда? Не понял. Ты там просто в точку превратился. Я упал. Кота разнесло. Летаем в стиле диско, давай. Не, ну это же техно, погоди. Нет, это даже не техно, это электро. Ну, это Джон Син! Я до тебя не дотянулся. Тан-тан-тан-тан. Я хотел за тебя зацепиться и вниз утянуть. А можно поменять музыку? Блин, я ж упаду. А вы где? Я тут. Ладно. До свидания, здравствуйте, это Джон Син! Я прикладывался, Джон Син!
Ух. Курочку в тебя, это чувак на лестнице, ты чё, Карл? Да как меня схватил? Нате вам, нуба. Это не нуб. Это мой секретный прием. Че, серьезно, что ли? Как-то слабо. Кот! Лестница не спасет. Не понял. Это что за спиной у меня тут? Канава, долбанная, канава, ненавижу. Фу, скатился, в канаве оказался. Нате вам компанию. Благодарю. Я утону в канаве. В грязной. Зачем грязной? Это не в чистой канаве, что ты так... О, слушайте, а падающие капли можно схватить? Да, хватай. Нет, серьезно. Это плохо кончится, они обладают такими же разрушительными эффектами, как канава. Ой-ой-ой. Ясно, понятно. Я умер. Да. Понял, жду на респауне, чтоб тебя выкинуть. Хэштег, жду на респауне. Не, подожди, дубль 2 как-то не получилось. А можно вещи так кидать? Да, можно. Ну, как бы, чтобы не расслаблялся тоже. О, а тут можно зацепиться за землю, прикинь? Да. И тебя не выкинет, ну, относительно, конечно, не выкинет. Да вы задолбали мою коробку трогать, ну что я вам сделал? Так, ты слишком розовая для этой жизни, валяй отсюда. Где мстительный дух кота из Wild West? Я тебя поймаю. Давай. Это я Фрума. Я на зеленой палке. Все, я на кровати. Та-тан-тара-тан-тара-тан-тара-тан-тара-тан. Знаешь, что зеленые палки разгоняют самые большие скорости в игре, в принципе, их вообще невозможно догнать. Теперь мы это знаем, спасибо за информацию. Я тебя поймаю. Нет, не поймаешь. А у нас тут дуэль на кровати с кубиком. Блин, это плохо прозвучало, но ладно. А, я вижу. Сейчас, подождите. Я победил. Нет! Та-та-та-тан-таран-тан. У меня предмет интересней, парни. Нет! На тебе кровать! Я в тебя выстрелил. Я выиграл. Изи. Как ты спускаешься? Стой, я должен был поймать коробку. В смысле, стой? Ты чё, это ловлю, ловлю! Ах, нет, не факел! Знаешь, это всё напоминает охотников за привидениями немножко. Один ловит, другой факел подставляет. Да, давай! Deutsche Edition. Deutsche Edition, да-да-да. Помогите! Ничего, никто не сбегал из Саратова. Я тебя понимаю, ты сверишь вместе со мной. Заходите на наши выпуски с дополнительным черным юмором. Дополнительный черный юмор только в наших спецвыпусках. А, будут спецвыпуски, где я могу шутить по полной? А это сейчас еще не по полной, ладно? Да, очень даже не по полной. Даже не в полсилы, поверь. Верю, верю, запросто. Так-то на самом деле нас всех немножечко ограничивает YouTube, но это другое дело. Знаешь, учитывая то, что я уже шучу про 39-й год. Да, да, да. Про Deutsche Edition и всякое такое, да. Я как бы это... Вы где? Я иду. Я на лестнице летаю, ты чё, тут все друг друга поджигают. Сейчас я у пацана коробку отожму, подождите. Чё ж тебе всем все отжать-то надо, Карл? Ой, моя коробка. О, мини-я? Это... А как можно сделать мини-я? Понятия не имею, вы где? Я тут в куклы играю. О, уйди. Прекрасно. Где? Я тоже хочу мини-я. Ну так видишь, у нее есть мини-я. Это же ее копии, правильно? Да блин, что это? Где вы? Я куклами бросаюсь. А
ты уверен, что она не бот? Ну, у нее имя есть. У ботов имени нету. Посмотри, ты видишь эти куклы? Да. Они, кстати, их берешь, они снова появляются. Я понимаю, но кто-то же их сделал. Я тоже хочу свою куклу. Ой, это зря. Я должен научиться. Только попробуй. Я понял, что надо. Но нет! Не надо, пожалуйста. Вот как ты, да? Вот как ты с людьми, да, да, вот как ты. Хорош, блин, в защищенном кубике летает, жалуется. В бронетанковых войсках. Сейчас, где мой 150-миллиметровый фугас штурмпланзера? Снег пропал. Кстати, да, я думал, что мне показалось, или меня закинули в какую-то территорию, но тут реально пропал снег. Гидромецентр, вы чё? Так. Это какая-то слишком... страшная шутка, что я её не понимаю. Я слишком... Это какая-то шутка для бедных, которые слишком бога, что не понять, да? Я тут такое нашёл. А я-то на лету остался. Ребята, неплохо. Где? Стой, еда! Кепчук. Смотри. Да уйди ты, блин, розовая, офигеть. Смотрите, тут симулятор. Сейчас уйдет. Надо ритм. Ритм. Со страшным визгом. Ты тоже уйдешь. Кто меня там взял? Ну-ка. Ну, в принципе, вроде как от лишних мы избавились. Да, иди понажимай. Сейчас. Смотрите, она ходит за нами. Злой ладушек. А чё она свои мелкие ручонки тычет в нашу штуку эту? У меня, кстати, в стиме ника ладушек уже может как несколько месяцев. Почему? Чё? Five. Стой, а что если все нажать? Вселенная сомкнется же? Что-то произойдет? Yeah. По-моему, можно просто крашнуть уши. Не-не-не, мне кажется, это тайный ключ для выхода из матрицы. До выхода из жизни. А. И кстати, понял. Слышали последние новости, да, насчет этой матрицы? Нет. Там же, если что, сейчас будут спойлеры, там же, если что, Нео, который постарел. Так вот, Киану Ривз для того, чтобы сыграть роль постаревшего Нео, реально 20 лет старел в реальной жизни. Понимаю. Да, вот что значит актер. Великий просто. Я что-то слышал. Это было похоже на автомат. Знаешь, что мне напоминают вот эти куклы? Помнишь, тут есть вот эти куриные окорочка бегающие? По-моему, кто-то просто взял и сделал так, что бегающие куриные окорочка теперь с его скином. Мне есть идея, ну-ка, я хочу кое-что. Блин, это значит, как-то можно сделать, погодите, это интересно. Я понял, нужно 60 монеток, чтобы... Нажми просто на Е, да. Да. Копию себя нужно выложить 60 монет. А. А как монеты получать? Кто-то знает? Робаксы? А сколько у меня монет, тебе посмотреть? У меня 8. У меня 9. Класс. Значит, у меня не больше. Ясно, понятно. Значит, теперь мы знаем, как это делается. На этой счастливой ноте я тогда думаю, что можем заканчивать серию. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. И всем покеда. Всем пока.